Рано утром лесники из хода Дуншим города Дели отправились в горы. Ранее весной, хотя снег еще не полностью растаял, активность диких животных повысилась. В это время лесники тщательно осматривают горы и очищают капканы. Нам приходится проходить около 8-9 километров в день. Ежегодный полигон составляет более 200 гектаров, и все сводится к тому, чтобы сохранить горы. Дели является важным барьером в зоне экологической деятельности. Он относится к территории Малого Хикана. Площадь лесопромышленности здесь составляет 550 тысяч гектаров. На этой территории имеются богатые ресурсы диких животных и растений. В 2022 году в городе Дели произвели различные виды лесопосадок на территории в общей сложности около 2300 гектаров, перевыполнив годовое задание. В настоящее время на базе рассадника рабочие крестьянского лесхоза. Рабочие убирают теплоизоляционные материалы с саженцев сосны, которыми саженцы были покрыты на протяжении всей зимы. Через полмесяца они произведут дополнительные зеленые насаждения в лесном районе. В 2023 году мы будем внедрять систему по охране лесных ресурсов с четырьмя системами, инвестировать в строительство проекта по восстановлению растительности в шахтах на площадь 39 гектаров и по уходу за лесом на площадь 14 тысяч гектаров. В этом году в районе Тахигалим Пилаф впервые запущена интеллектуальная система лесной защиты. Таким образом, было досрочно завершено комплексное тестирование системы видеомониторинга. 16 самолетов воздушного пожаротушения лесов готовы к использованию для мониторинга, воздушного патрулирования, разведки лесных пожаров и других задач. В этом году, руководствуясь 6 ключевыми задачами в рамках системы по охране лесных ресурсов, мы работаем над озеленением, а также произведем лесопосадки на площадь около 65 тысяч гектаров. Кроме того, прилагая усилия в целях экологического восстановления пастбищ площадью 16 тысяч гектаров, будем стремиться к созданию образцовой модели озеленения территории.